Привет всем и добро пожаловать на мой канал, кто тут впервые. Сегодня хочу приготовить голени в аэрфрае. Что нам понадобится? Паприка, перец черный, кориандр сухой, чесночок, растительное масло без запаха, это очень важно, горчичка и соевый соус. И, естественно, голень. У меня 6 ножек. Будем делать сейчас соус. Берем паприку сладкую. Добавляем миску. Приблизительно где-то на глаз чайная ложечка. Вот. Соус возьмем. Кориандр. Тоже чайную ложечку сухой чеснок. Черный молотый перчик. И горчичка. Где-то столовую ложечку добавляем. Все так аккуратненько перемешиваем. Так, соус мы подготовили. Берем миску, которую нам будет удобно наши голени мариновать. Добавляем сюда наш соус, который мы только что сделали. И аккуратненько обтираем наши голени. Дальше мы дадим им полчасика в холодильнике настояться, пропитаться соусом. И затем будем в аэрфрае готовить. Ну что, моя курочка поставила полчасика в холодильнике. Сейчас я ее буду закидывать в аэрфрае и буду выпекать. Приложила свою курочку в аэрфрае. Ставлю на 30 минуток. Через 15 минут я буду ее переворачивать на другую сторону. Покажу, что получится. Ну что, моя аэрфрай закончила приготовление курочки. Вот такая красота у вас получается на выходе. Всем приятного аппетита и до новых видео. Пока-пока!